финиш уже, ребятки, там финиш, там 100% финиш, а как его пройти, как до туда добраться? Есть, перепрыгнул. Перепрыгнул, ребята, перепрыгнул. Так, есть, отлично, прием дальше. Давай, 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 где бензин, где следующий бензин, а? Как мне найти бензин? Берем бензин где-нибудь, давай. Есть, бензин есть. Не наезжаем на эту красную, не наезжаем на эти линии. Все, едем, едем, едем. Не наезжаем, не наезжаем. Ух, отлично, переехали, так. Где финиш? Это что такое? Всем привет, друзья! Вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и мы продолжаем играть с вами в MMX Helic Limp. Друзья, у нас новое обновление, у нас новая машина, ребята, называется Гонщик. Гонщик GT, я ее импортнул уже, и мы с вами закончили последний раз на трассе Снег Беспредел Марафон. Ну что ж, давайте отправимся и попробуем пройти ее. Я не знаю, как это у меня получится, ребятки, но будем пробовать, будем пытаться. Ах-ха-ха-ха, эти мячики тут нам постоянно будут мешать. Ой-ой-ой, пожалуйста, пожалуйста, давай, гонщик, залетай. Эх, я разбиваюсь, а что такое, а? Вот это начало. Так, давайте еще раз. Ну, это все понятно, да, наши подсказки. Давайте вперед. Так, мы уже с каким-то Олегом соревнуемся, а он, смотрите, на развалюхе. Да, развалюха или как? Да, по-моему, развалюха называется, ребятки. Ух, я неплохо пролетаю, смотрите. Отлично, давайте... Едем вперед. Так, а тут что? Тут что? Тут что? Ух-ух-ух, я пролетаю и взрываюсь. Вот это взрыв. Ничего себе, ребята. Так, еще одна попыточка. Давайте третий раз. Попробуем на этой гонщик, да, по-моему, зовут эту машину. Название, вернее. Так, ладно, разгоняемся. Ух, хорошо проходим, ребятки. Хорошо проходим. Ух, чуть-чуть бы мы с вами... Взорвались, так, пролетаем. Ох, отлично. Да что такое, ну как так, а? Так, ладно, давайте, может быть, попробуем выберем другую машинку. Так, ребята, давайте нашу развалюху GT импортнем, выберем ее и попробуем на ней отправиться. Так, вперед. Давай, развалюха, пожалуйста. Так, нам нужно пройти, нам обязательно сегодня нужно пройти эту трассу. Да что такое, я подлетаю, а? Развалюха какая-то легкая, или что с ней творится? Ой-ой-ой, давай-давай. Есть, отлично, вроде бы на нашу трассу я попал. Отлично, так, теперь прием, давай быстрей. Ой-ой-ой-ой, да что ты будешь делать? Ну что такое, а? Так, еще одна попытка, ребятки, давайте быстрей. Давай, развалюха, лети просто, я не знаю. Давай, ты должна разносить и сносить всех. Вперед. Да что такое? Опять вот эти вот повороты, вот эти вот... Я не знаю. Ох, давай, на трассу. Пожалуйста, на трассу. Да, ой-ой-ой-ой. Давай, развалюха, давай, пожалуйста. Так, я не знаю, почему у него получается, он вперед, смотрите, уезжает, а я просто вверх подлетаю, ребятки. Я не знаю, смотри, ну вот что это такое? Это какой-то беспредел просто. Вот реальный беспредел. Так, и у меня еще и бензин заканчивается. Кто-то мне задавал вопрос, почему у меня бензин не заканчивается. Вот теперь заканчивается, ребятки, видите? Так, что мне делать? Как мне пройти эту трассу, а? Кто мне подскажет, кто мне расскажет? Да что такое, а? Хватит летать туда-сюда. Давай уже, езжай. Нет, ты посмотри, все, сейчас бензин закончится, и все, и мы проиграем. Ну вот, отлично, нет топлива. Вот что делать, а? Вот что делать? И я полетел, и смотрите, я полетел, между прочим, и взял топливо, вот, да, круто. Так, еще раз. Все, вот сейчас мы пройдем, вот реально, вот сейчас, смотри, растолкнем все эти мячики, приземляемся на колеса, едем, прием. Так, ну куда ты летишь, а, давай, на колеса, на мячик, нет, на колеса, фу, отлично. Так, собираем монетки и прием просто. Есть, отлично, все, сейчас все перелетим. Все. Да что такое, а? Ну как же так, едем, давай, еще раз, давай, все, так, собрались кулачки, руки, пальцы в кулак, все, собрались, все, держим кулачки, едем, так, сальто, ладно, сделаем, ничего страшного, опять на колеса, ох, так, нам нужно как-то разогнаться и преодолеть все вот эти колеса, я не знаю, кто их тут расставил, в воздухе просто висят колеса, эх! Что такое, что за день, что за трасса, что за машина? Давай, быстрее, почему он вперед улетает? Как так, я не знаю, ребята,
Почему он едет постоянно вперед, а я назад и... Я взрываюсь опять. Ну что такое, а? Давай, развалюха, блин, ну что ты будешь делать? Ты можешь выиграть? Нет, растолкай все эти мячики. Ты что, в баскетбол, в волейбол не играла, что ли? Я даже не знаю. Все играют, по-моему, в баскетбол, в волейбол в школе. Все играли, а ты не играла, что ли, а? Все, начинаем с самой первой машины, берем ее, в общем, партнем ее, возьмем микрон вот этот. Давайте на этой машине, на самой первой тачке, ребята. Не знаю, что у нас получится, давай, пробуем. Ничего себе, сразу колеса лишились, ребятки. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, что делать, а? Как мы без передних колес? И все, взорвались, да что такое? Нет, давайте хотя бы еще одну попыточку. Да как так, колеса сразу улетели. Что такое, а? Вообще взорвались. Нет, три попытки делаем, ребята. Три попытки на каждой машине. Да что такое? Почему мы взрываемся сразу? Ты посмотри. Она как тазик просто взрывается и летит вообще в небеса куда-то. О, смотри, смотри, что с ней творится. Ой, ладно, следующая машина, ребята. Все, берем вот этого монстра GT. Давайте им партнем. Все, и давайте на нем попробуем. Так, давай, прием, монстрик, давай. Ты же монстр, ты машина-монстр, давай. Ну что такое, ребята, ну это вообще невыносимо. Это вообще уже ни в какие ворота, ни в какие рамки, ни в какие... Я не знаю, вот... Ну как? Как тут пройти, а? Кто мне скажет? Вообще это проходимая трасса, нет? Ну что такое, а? Давай, да ты посмотри, я сделал три попытки, ребят. Все, и она просто сразу взрывается. Давайте другую машину берем. Давайте возьмем классику и импортнем... Классическую, попробуем на классической, ребята. Я уже не знаю, какие тут машины выбирать. Так, перевернулись. О, это хоть хотя бы... Да что такое? Она хотя бы хоть немножко пролетела, ребят. Ну-ка, еще разочек, давай. Так, может сейчас получится. Так, переворачиваемся, отлично. Давай, давай, давай. Ты посмотри, она вообще какая-то неуправляемая. Ну что такое, а? Ну-ка, еще разок. Давай, я нажимаю, главное перевернуться, она не переворачивается. Да! Так, ребят, давайте мышцу возьмем. Мышца GT, давайте. Мышца, давай, не подведи нас. Ну-ка, пожалуйста, давай, лети, а. Ох, отлично, отлично. Вроде бы неплохо, ребят. Начало неплохое, начало многообещающее. Давай, 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 мышца. Долетаем до трассы? Да, отлично, долетаем. Почти, 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 давай, залетай, заезжай. Нет, смотри, надо разогнаться. Пожалуйста, пожалуйста. Ну. Цепляйся опять зубами, а. Так, еще разочек, ребятки, я буду делать по три попытки. По три попытки будем делать. Так, давай, мячик только на голову, мне не падай. Уйди, уйди, говорю, ты посмотри, что он делает. А летит впереди меня, и все. Так, долетаем? Да что ты будешь делать? Долетаем, но взрываемся сразу. Еще третья попытка, так. Мне, кстати, кажется, что мышца может с этой задачей справиться, ребятки. Она может. Смотрите, она тяжелая. И она, в принципе, неплохо так. Давай, давай, переворачивайся, пожалуйста. Ну. Ты что такое? Ой, что такое вообще никак, а? И следующий на очереди у нас автопоезд, друзья. Выбираем автопоезд и давайте пробуем на автопоезде. Я не знаю, автопоезд, он очень тяжелый. Он даже, наверное, подпрыгивает. Да, он, видите, он сразу взрывается. Я вообще не знаю, как на нем, можно на нем, нельзя. Ой, вообще, как это надоело. Давай, переворачивайся. Во, вот так. Я понял, можно сальто сделать, в принципе. И попробовать, да. Может, сейчас мы даже до трассы долетим. Ну-ка, есть, есть, есть. Ну, пожалуйста. Да что такое? Он даже не зацепился. Он даже не попытался, а. Ты посмотри на него. Он мог попытаться. Ты посмотри, ребят, давайте еще одну попыточку все-таки сделаем, а. Я думаю, что автопоезд может, он просто ленится. Да что ты будешь делать? Хватит лениться, давай, езжай уже. Включай свой огонь со всех труб и давай, мочи, гони. Вот, отлично, я же говорю, ты можешь, если захочешь. Так, не надо вверх подлетать. Да что такое? Ты посмотри, меня назад просто оттолкнуло и все. Пыль, грязь из-под колес, все летит, а он не едет, ни. Фига, давай быстрее, ну что такое, посмотри, он просто тормозит на этих колесах и все, давай, на трассу, отлично, заехал, ребятки, он заехал, а, я же говорю, он может, он просто ленится, давай, да ну тебе, надоел. Ребята, следующий у нас на очереди это бронетранспортер, давайте, на бронетранспортере, я не знаю вообще, можно тут. На этом, ну вот, как обычно, вот даже просто, вот только начали и уже эти мячики
Как же они надоели. Так, делаем сальто. Делаем сальто, расталкиваем. Едем. Вот, отлично. Вот, давай, давай, броник. Давай, броник. Ну, пожалуйста. Ты посмотри, что он творит. И мячик, мячик, смотри. Смотри, и мячик здесь, а. Тут как тут, вот тут как тут, а. Что тебе надо, а? Иди на свое футбольное поле и там трепи нервы, а нам надо ехать. Ох, отлично, мы заскочили, ребята. Вы заскочили, так. Давай, 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 давай. Во, отлично, 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 отлично. Так, еще разок. Давай. Так, тут надо перевернуться вот так, да, отлично. Толкаем мячик вперед и гоним, и гоним, и гоним. И, ну, пожалуйста, гони, гони, пожалуйста, давай, вперед, 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 вперед. Проезжай все эти Во-во-во, отлично, мы заскочили, ребятки, мы заскочили с вами, мы крутые. Все, сейчас выиграем, ребятки. Сейчас вот 100% выиграем, я тебе говорю. Вот смотри, вот видишь, а ты не верил. Так, еще одна попытка, друзья, давай, давай, броник, пожалуйста, ну, ты же можешь, я же знаю, ты же крутой чувачок, давай, пожалуйста. Да, да как же вы надоели, эти колеса, а? Ну что они постоянно путаются, мешаются, два колеса потерял впереди, ребята, как же я без колес теперь буду, а, я думаю, что я смогу, я теперь стал немножко легче, и я думаю, что я смогу. Все, ребят, следующий на очереди танк у нас. Импорт танка, давайте вперед. Все, вот танк точно сможет. Он сейчас эти мячики, он просто их растолкает. Туда-сюда, все, идите отсюда. Все, не мешайтесь. Сейчас они вообще должны лопнуть, по идее, под танком, ребята, да? Вот что это такое, а? Ну как? Как может танк просто взорваться из-за того, что он перевернулся на свою башню? Он вообще не должен взрываться, ему вообще пофиг дым должен быть на эти ваши перевороты, взрывы. Да уйдите вы, а? Ну что такое? Ты посмотри на эти, ты посмотри на вот эти вот мечи, а? Как же они надоели, ребята. Ну как их вытолкнуть тут с нашего поля зрения? Давай, танк. О, молодец, молодец, танчик. Вот крутой чувак танк, а? Давай, все, вот сейчас победим. Давай, есть, отлично, все, сейчас на танке, ребята, пройдем. Вот 100% пройдем. Так, все, берем бензин и едем. Сейчас вот тут все растолкаем. Все, сейчас все перепрыгнем, все проедем, все проскочим. Давай, давай, давай. Вот, молодец, вот красавчик. Так, прям, 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 прям. Давай эту. Так, ну наезжай на вот эту, пожалуйста. Ты посмотри, она застряла. А ну-ка, так, как на нее наехать, ребятки? Как ее? Как ее? Ну, давай, пожалуйста, уйди. Ну, как ее растолкать-то, а? Эту гадость. Да уйди, пожалуйста. Как тебя зовут? Забыл этот вагончик или как его? Вагончик-ресторанчик. Уйди, пожалуйста, вагон-ресторан. Уйди с моего пути, пожалуйста. А? Дай мне проехать. Дай, 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 залезу. Дай, залезу. Ну, дай, залезу я на тебя. Так, ну-ка, залазь, танк, залазь. Ну, ты же можешь, ты же красавчик, ты же можешь, я же знаю. Давай, давай, танк, давай. Давай, а бензин кончился. Да что такое, а? Ну, как так, а? Я уже почти дошел до финиша. Там уже финиш был рядом. Я уже его чувствовал. Я уже просто вот, правда, чувствовал его. Ну опять, опять, а. Давай, давай, танк. Вот танк сможет, ребята. 100%. Все. Танк сможет. Смотри. Смотри. Вот, вот сейчас он перепрыгнет. Лопайтесь. Да вы должны лопнуть вообще под танком. Он такой тяжелый, что вы должны лопнуть просто. От моего веса, от моего, от моей мощи, от моей вообще такой... Так, уйди, уйди. Да что такое, а? Ну как надоели эти мячики, а? Когда они уже уйдут с нашего, вот, с нашей трассы? А? Езжайте уже, идите на свой футбол, идите там к Киржакову или кому-нибудь, играйте там с ними. Вы не мешайте нам проходить, мы здесь на Ютубе проходим игры, а с вами вообще мы не хотим связываться. Так, ладно, все, едем, едем, отлично, ребята. Нам бы вот тут преодолеть вот это все, давай, танк, танк, пожалуйста, отлично. Фух, молодец, давай, заезжай, 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 ну, ну не тормози, у меня бензин уже заканчивается, танчик, давай, давай. Ой, как ты надоел, давай, все, отлично, ребят, сейчас бензин возьмем вроде бы, да, вот тут бензин, все, едем, едем вперед. Давай, вот тут теперь надо все преодолеть, преодолеваем, давай, давай, расталкивай, расталкивай все эти мечи, расталкивай их.
проезжай их. Давай, давай, убирайтесь. Уходите, мячи, уходите, уходите. Есть, отлично, да уйди ты, мяч, а. Ты посмотри, какой он наглый, а. Ох, вот отлично, сейчас проехал эту будку. Сейчас опять будет еще одна будка. Уйди, будка, уйди. Да, опять сейчас будет не мешать она, ребята. Ну что ты будешь делать? Как ее проехать, эту будку, а? Как на нее забраться? Так, может просто ее толкать? Давай, перед собой ее толкать будем. Давай, да она застревает, видишь, как ее толкать, вот как? Она застряла, вот уперлась туда. Вот как тут пробраться, а? Кто мне скажет, смотри, что тут происходит. Давай, танк, стреляй, я не знаю, что-нибудь делай, стреляй, раскидывай, распинывай эту будку. Все, толкаем ее, толкаем, 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 все, проезжаем. Ну, опять топливо закончилось, да что ты будешь делать, ребята? Ну все, последняя попытка, все, я уже не могу. Я уже устал, ребятки, у меня уже нервов не хватает просто на эту игру. Просто вот реально мне уже хочется разбить свой планшет, а. Надоела эта игра мне уже, все, все, вот сейчас последняя попытка. Если я не пройду, то все, я выключаю ее и все, и выкидываю свой планшет, выкидываю его с балкона. Все, давай. Давай, танк, ты сможешь, давай, я знаю, ты сможешь, давай, 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 есть, отлично, молодец, давай, прям, 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 заезжай, заезжай на эту гору, заезжай, давай, 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 есть, отлично, взяли бензин, прям дальше, все, едем, 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 ребятки, давайте, давайте, нам надо пройти, надо обязательно пройти этот уровень, уйдите, мячи, уйдите, я же вам сказал уже, куда идти, на поле футбольное идите. Так, есть, пролетели, одну будку пролетели, вторую, вторая будка, как всегда, нам тут мешает, давай как-нибудь ее пролетим, давай вот так, во, отлично, мы ее сейчас проедем ее, есть, отлично, все, больше будок не будет, я надеюсь, все, едем, 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 все, отлично, ребятки, все. Все, 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 все. Мы выиграли, ребята, мы с вами выиграли, мы крутые чуваки, мы выигрываем. Давай, 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 танк. Наш оппонент взорвался, а мы нет, мы крутые, мы проезжаем, все, все преодолеваем, ребята, все преодолеваем. Давай, давай, танк, подпрыгивай. Где бензин, сейчас бензин кончится, а? Давай, 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 давай. Нет, есть, успели, успели, ребятки, успели взять бензин. Давай, танк, пожалуйста, давай, 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 заезжай, запрыгивай, что-нибудь делай, танк. Пожалуйста, там финиш уже, ребятки, там финиш, там 100% финиш, а как его пройти, как до туда добраться? Есть, перепрыгнул, перепрыгнул, ребята, перепрыгнул, так, есть, отлично, прям дальше, давай, 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 где бензин, где следующий бензин, а? Как мне найти бензин? Берем бензин где-нибудь, давай. Есть, бензин есть. Не наезжаем на эту красную, не наезжаем на эти линии. Все, едем, едем, едем. Не наезжаем, не наезжаем. Ух, отлично, переехали, так. Где финиш? Это что такое? Что это было, ребята? Ну что такое? Все, ребятки, в общем, с вами был Максим. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Или отписывайтесь, я не знаю. Я не могу пройти. Я не знаю, что делать. Просто не знаю. Она надоела мне эта игра. Ой, все, ребят, пока. Пока.